Всех приветствую. Сегодня мы завершим конкурс на Arma Cold War Assault и Arma Combinate Operations. В конкурсе приняло участие 30 человек. Вот они все. Сейчас мы разыграем среди них. Так, выбираем первого победителя с помощью сайта random.org. Генерируем число. Число 1. Выпало. Выигрывает у нас чувак под ником Джордж Хоклинс. Да. Так, запомнили. Второй победитель у нас будет 18. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отлично, у нас победил Артём Вартанов. Так, первый приз у нас забирает Джордж Хоклинс. Он получает Arma 2 Combinate Operations. Второй приз у нас получает Артём Вартанов. Он получает Arma Cold War Assault в Стиме. Парни, обратитесь ко мне в личку или напишите в комментариях. Я вам предоставлю ваши подарки. Остальные не расстраивайтесь, у нас будет еще другие конкурсы, может, вам повезет больше. Всем удачи, всем пока.